Президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении к Сарову трех муниципалитетов Нижегородской области и Мордовии. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации 24 августа. Указ вступает в силу с 1 января 2022 года. В состав границ ЗАТО предполагается включить две территории. Одна расположена с севера в примыкании к границам, существующим ЗАТО, и выезд на нее через 4 КПП предполагается. А другая не примыкает к границам ЗАТО, расположена в западном направлении и включает в себя территорию технопарка и прилегающую к нему территорию Вознесенского района. Северные территории предполагается использовать для развития города, для жилищного строительства, для размещения каких-то коммунальных объектов. Западная территория предполагается использовать для развития, для функционирования Национального центра физики и математики, для дислокации там филиала МГУ и для развития промышленных научных объектов. Присоединяемые территории станут контролируемой зоной категории Б. Эта категория не подразумевает переноса охраняемого периметра и охраны войсками Нацгвардии в новых границах.